Всем привет! С вами Чайковская Екатерина. И сегодня я хочу вам показать один маленький хинт, который поможет определить, насколько справляется ваш компьютер с Adobe Illustrator. Что мы для этого делаем? У меня уже установлена программа Adobe Illustrator. Я ее запускаю. И на панельке задач я щелкаю правой кнопкой мыши и говорю «Запустить диспетчер задач». У вас открывается диспетчер задач, и вам нужно выбрать пункт быстродействия. И здесь вы увидите две диаграммки. Это загрузка, соответственно, насколько у вас задействован ваш процессор, центральный процессор, и сколько задействовано памяти. Видите, у меня компьютер работает сейчас хорошо, задействовано всего 22% или 16%, то есть, ну, вот оно варьируется. И меньше половины задействовано оперативной памяти. Здесь также показано, сколько свободно, сколько доступно. Вот если у вас загрузка процессора обычно доходит не выше 70-80% при работе с Adobe Illustrator, то значит мощности компьютера вам хватает. Если же у вас этот показатель зашкаливает, то тогда вам стоит все-таки обновить компьютер, уже ничего принципиального вы с ним не сделаете, у вас просто не хватает мощности, то есть компьютер не в состоянии пересчитать те задачи, которые вы ему даете. Я надеюсь, что это вам поможет и было вполне доступно и понятно. Также данную панельку вы можете вызвать сочетанием клавиш Ctrl-Alt-Delete, диспетчер задач. Если появились вопросы, пожалуйста, задавайте их под этим видео. И желаю удачи. До скорых встреч. Пока-пока.